Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, думаю, интересный для многих видосик будет. Расскажу я вам о складе. Там многих бомбит, что я там не играю. Рассказываю, ребят, я вам говорил, что я буду изначально рассказывать больше, потом буду дальше больше играть, прокачивать. В чем, скажем так, сегодняшний видосик будет? Он будет о... Ничего себе, ну это просто имба, талант нам выпал. Конечно, не максимальный, но... Так, тут оживо. Можно поменять. Вдруг затащит. О чем видос? Все знают, что есть склад. Ну, немногие знают, что... Особенно без доната, что же там можно купить, если наделать смены, сколько эти смены стоят, да, там первая соточку стоит, никто не скупал вот это все со склада, и что же будет в итоге. Я как-то вам, по-моему, записывал когда-то склад по сменам, но я записывал чисто так, переролил его и все. То есть у нас есть возможность покупать предметы за ордена. Вот ордена, их можно получить там сейчас за битву гильдии, еженедельно дают кучу разных локаций, где их можно получить. В принципе, думаю, это вам рассказывать не буду. Так, вкратце, как бы здесь продают интересные итемы, на которых можно немножко навариться. Это там карты смены таланта, 300 сама можно сэкономить. Вот такие вот карты до места, ну... Можно самое такое еще, что я здесь беру, интересное, да, я вам сейчас покажу, расскажу, если, конечно, у нас выпадет оно, если нет, я вам уже так постараюсь назвать все. Ну, смена ника вот именно здесь, то есть либо за донат, либо отсюда можно получить смену ника, 25 тысяч она стоит, карты на архидемона, но это уже дальше, тоже дополнительно отсюда можно получить, либо за донат, вот, поэтому... В чем, ой, давайте быстренько зафармим и пойдем. В чем плюс вот этого места, то что здесь реально можно купить хорошие вещи, но они падают реально очень редко. Я там пару раз за весь свой переролл нашел отсюда что-то стоящее. В основном отсюда такое падает, но бывает временами и карты дают. Все зависит от удачи, конечно же. Вот, ну без, что-то ничего не фармится, без доната реально поначалу сложно накопить. У нас в некоторых локациях дают нормально их, но, допустим, если взять ту же самую китайку, там поболее дают, чем здесь, этих орденов за бесплатки, то есть там за самики можно купить. На русском, к сожалению, этого нет, не знаю, успею зафармить или нет. Поэтому очень печально, что они его не обновляют. Реально было бы круто, если бы там хотя бы раз в неделю обновляли этот склад, там закидывали туда какие-то хорошие, там, например, те же самые руны за ордена. Думаю, все бы согласились. Если вы с этим согласны, пишите, что вы по этому поводу думаете. Но реально игровой внутри, игровой магазин такой, как вот у нас на складе, я считаю, его должны обновлять, потому что это была бы офигенная помощь для бездонатного аккаунта, возможность получить там хоть немножко, как бы, немножко добиться до донатных. Сори, ребят, не дают мне покоя. Вот, поэтому... Да что такое-то, а? Дайте нормально записать видос. Хотелось бы, чтобы были какие-то изменения. Надеюсь, что хоть когда-то они к нам прислушаются, потому что игра реально уже загибается, и я не знаю, что дальше делать будем. Ну реально, придумали этот прорыв, ну по сути классная вещь, но зная по тому, сколько он стоит и сколько ресурсов мне надо на него потратить,
реально надо заморачиваться. Сори, ребят. Надо все-таки нафиг все отключать, потому что не дадут нормально записать видосик. Так, на чем мы остановились? Вот, поэтому хотелось бы, чтобы были какие-то изменения, они хоть что-то делали, даже в самой игре меняли, там, допустим, еженедельные награды, да, там изменили, но честно скажу, то, что у нас на русском сервере здесь дают, в долю не падает, там, китайскому и остальным. Я уже показывал видосик, сравнения разных серверов, за неделю, там, плюс-минус, и думаю, вы увидели разницу, которая есть на сегодня, к сожалению. И она с каждым днем все больше и больше. У меня твинк. Блин, я не знаю, успеем, не успеем. Правлом. Ладно, попробуем. Твинк намного больше карт имеет, намного больше возможностей имеет, чем тут. На котором я больше, скажем так, играю, там я просто сами кикаплю, и там реально, блин, можно уже доставать какие-то таланты, там спустя месяц там можно достать топовые таланты на тыкву и на прочее, чего тут, к сожалению, вы не получите. Поэтому хотелось бы, чтобы реально они что-то, хоть что-то поменяли, добавили вот именно в магазин. Сейчас мы пойдем пооткрываем его, посмотрим, что же все-таки. Так, какие-то мы. Понятно, рейд. Так, блин, не успеваю, не успеваю. Ладно, пробуем дальше. Может получится еще. Жалко, жалко, 20 самов. Кто это мне так там окнул? А, малышник. Сволочь. Хорошо, хоть он невысокого уровня. Так, окей. Сейчас еще немножко и пойдем скупать магазин. Нельзя терять дармовые самые. Ну что, там дадут или не дадут? 4 минуты. Как всегда, я страдаю херней, напишите вы, но ничего не поделаешь. Бездонатный аккаунт сказал, что буду развивать, поэтому приходится фармить. Хоть и в последнее время, но вот отлично, что-то собрали. Красавчики, собрали 10 самов, блин, ну. Так, ну поехали, собираем, идем на основу, я вам покажу, я писали вы по поводу тыковки, показывать наглядно, покажу, буду так показывать по героям, если хотите увидеть по поводу тыквы отдельный видос, еще, в принципе, он у меня есть на канале, но могу заснять, если кому-то интересно. Так, блин, ну я добью или нет? Душечка. Хорошая девочка. Так, отлично, добил. Фух, успел зафармить 20 самов, ребят. Знаете что? Давайте рольнем. Ждали, вы ждали, ждали. Сделаем первый ролл по 450. Да, это будет херня заходов, но может мы выбьем имбу. Я уже думал орать. Так, 5 слотов не хватает. Тут что фараон падает? Блин, ну что за подстава-то, а? Думаю, блин, сейчас на роли тут. Ладно, есть еще 4 попытки. Так, этих можно посливать. Так, let's go.
Так, 100, давайте, окей. Ребятушки, ну чё, можете меня поздравить, я выбил первого такого действительно стоящего героя. У меня нету трианта, но зато у меня будет теперь уже седна. Так, самики остальные я оставлю. Ну, я считаю, блин, первый роллинг у нас удался, несмотря на то, что фара упал, блин. Ну, я хоть не зря балаболил здесь, сколько там, 10 минут. Круто. С вас, ребята, лайки. Будем качать, рассказывать про седну в следующий раз, если хотите. Поехали на основу. Я думаю, или давайте поехали на этот, не на основу, не сюда, а поехали на английский сервер. Так. Как всегда, ног ступит. В общем, ребят, это реально, блин, круто. Не хочу орать, потому что уже поздно, поздно вам видосик записываю. Надо вам пораньше приходить записывать с эмоциями. Ну, можете меня поздравить. Первая, скажем так, достойная имба у нас уже есть. А, так, напомнить позже. Спасибо. Поехали. Поехали смотреть магазин, что в нем есть, что будет, если его скупить. Так, ну им это интересно, особенно для бездонатов, буду рассказывать. Так, смотрим. Вот первая смена, вот что отсюда можно забирать. Но я буду забирать все. Скажу сразу же отсюда, вот то, что вы сейчас видите, то, что я делаю, у себя этого не делайте, потому что вам не хватит орденов. Здесь у меня орденов просто немерено, поэтому я скупаю. Можно иногда там, если у вас много орденов, сундуки покупать, у кого они не выпадают. Но с этого, что здесь есть, карты смены таланта смысла особо нет. Или давайте лучше вниз. Давайте здесь, я все равно буду рассказывать, вы хоть итемы, в принципе, и так знаете. Так. Чувствую, скоро, кстати, усилят у нас смотрители. Вот первая смена есть. Этого не стоит покупать всего. Так, тут опять же, вот эту вот карту, это карта, которая добавляет одно место в алтарь, стоит покупать. Так, это все остальное нафиг не надо. Let's go. 67 за эту карту, скажу сразу, это дорого и невыгодно, но мы ее берем. Карты отсюда, ну, многие покупают. Я бы, честно говоря, наверное, не советовал тратить на это ордена, потому что они вам нужны будут в дальнейшем на прокачку смотрителей. Раньше у нас были арты, сейчас у нас уже есть смотрители, которые реально требуют очень много орденов, поэтому не спешите их тратить. И реально, что отсюда эта карта, то, что я вам показал, плюс увеличение, плюс одно место и карта смены таланта. Яйцо забрать. Так, дальше у нас смена за 600 уже. Карты подземок, ну, по 250, в принципе, можно брать, потому что есть у нас шары с наградами. Здесь уже нету, уже они прошли. И там дают скины. Вот ради этого можно, советую, забирать. Если у вас есть, не пожалейте. А потом быстрее соберете какие-то скины. Реально очень поможет. Так, скупили слизни, ну отсюда смысла нет скупать. Раньше я, конечно, скупал когда-то, но сейчас уже. Так, карты на пришествие, но отсюда можно самики получить. Если у вас есть тоже, опять же, лишние, можете скупать. Карта за 67, ну не знаю, слишком дороговато и невыгодно. Хоть посмотрим, что будет. Я вот всегда просто ролил, а тут захотелось просто скупить. Следующая смена, как видите. Опять же, скупил карту. Можно сделать, кстати, неплохой челлендж, заролить на трех серверах. Вот
карта обычная за 13, ну и еще более-менее можно взять, но отсюда опять же упадет какая-то фигня, поэтому не особо советую, но 13 это лучше, чем 67. Молотки смысла нет эти покупать на стройку. Карты, ну по желанию, если у вас там много, но опять же не тратьте, лучше на смотрителей оставьте. Так, ну и последнее, как видите, отсюда три карточки нам упало. Так, окей. Все, как видите, ничего у нас не поменялось. Потратили мы кучу самоцветов, не знаю, напишите в комментах, там 1000-2, там около 10 или более тысяч самиков улетело. В итоге ничего толкового мы, кроме там пару дополнительных ходов на подземке и мест в алтаре, не выбили. Что отсюда полезно, я вам уже сказал, поэтому смотрите дальше выпуски. Возможно, сделаю еще челлендж все вместе. Пишите, короче, все в комментах, о чем я спрашивал. Я читаю комменты, в последнее время просто не было в Бравлерсер, засиделся. Буду отвлекаться немножко и отвечать вам. В общем, вот так вот. Можете поздравить меня с имбой. Ждите видосик, если хотите, следующий. И я думаю, еще накупим сами, как и рольнем. Еще пару им, как видите, аккаунт фартовый. Все, всем удачи, всем пока.